Добрый день, наши милые, дорогие и любимые зрители. Мы очень рады, что сегодня, в такой замечательный праздник, вы с нами. Ровно год назад мы выступали перед вами именно на 8 марта. И вот прошел год, мы снова вместе. И я думаю, что сейчас ваши аплодисменты будут нашей поддержкой. В канун праздника, в канун женского международного дня, я хотела бы сейчас предоставить слово Молчанову Андрею Владимировичу. Конечно, кто же поздравит женщин первым? Конечно же, мужчина. Добрый день, уважаемые жители села Натырбово. Добрый день, дорогие женщины. В этот светлый весенний день от лица администрации, ну и от лица, наверное, всех мужчин, поздравляю вас с наступающим праздником. Приятно видеть вот, на темном фоне зала сверкающие красивые глаза наших женщин, то есть вас. Желаю вам всего самого доброго, счастья, улыбок, хорошего настроения. Будьте здоровы и радостны в этот день и в следующие дни обязательно. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Эти цветы всем женщинам в зале. Их мало, но символ вот мужской теплоты, мужской любви передается через эти цветы. И сейчас я хочу вручить эти цветы женщине, вот здесь сидящей, и она передаст по залу. И кто последний до них дотронется, тому они и останутся. Передай, пожалуйста, женщине. Чтоб не обидно было. Передавайте. Аплодисменты. Женщины сейчас самые красивые, самые любимые у нас. Самые, ну, слов сколько можно сказать женщинам замечательным. Сегодня замечательным нашим. Сегодня много будет слов от мужчин. А мы хотели бы сказать. Начинается весна. Не с цветов. И есть там очень много причин. Начинается она с теплых слов, с блеска глаз и с улыбок мужчин. А потом зазвенят ручьи, и подснежник в лесу расцветет. А потом уж кричат грачи, и черемуха снегом метет. Наши милые женщины, верьте, мы весну открываем для вас. Улыбнитесь же и согрейте теплотой своих ласковых глаз. А вас, дорогие женщины, согреет сейчас песня в исполнении Елены Хачатуровой «Март в окошко». Добрый
Я маму свою обидел. Такое стихотворение вам дарит Шишерин Дмитрий. Нет. Я маму мою обидел. Теперь никогда-никогда из дому мы вместе не выйдем. Не сходим с ней никуда. Она в окно не помашет, и я ей не помашу. Она ничего не расскажет, и я ей не расскажу. Возьму я мешок за плечи, я хлеба кусок найду. Найду я палку покрепче, уйду я, уйду в тайгу. Я буду ходить по следу, я буду искать руду. И через бурную реку строить мосты пойду. И буду я главный начальник, и буду я с бородой, и буду всегда печальный, и молчаливый такой. И вот будет вечер зимний, и вот пройдет много лет, и вот самолет реактивный, мама возьмет билет, и в день моего рождения тот самолет прилетит, и выйдет от. Да, слово «мама» издавна в народе возносят выше самых ярких звезд. Родная моя, дорогая мама, тебе несем мы в праздники цветы. И в городе, и в малой деревеньке всего дороже ты нам, только ты. Дорогие друзья, я приглашаю на сцену лауреата международных премий Шустрову Елену и ее замечательных детей Лаврентия и Михаила. Для вас звучит следующая песня. Конечно, это песня о вас, дорогие мамочки. Тихо, тихо, тихо.
Дорогие наши милые женщины, я думаю, не ошибусь, если скажу, что самое главное в нашей жизни – это, конечно, дети. И вот сейчас для вас выступает акробатическая четверка Александр и Татьяна Иванюк, Александр Хабелевский и Полина Сапрунова. Встречаем! Цирковая студия «Ритм». Аплодисменты. Цирковая студия «Ритм». Дорогие наши, я обращаюсь опять к женщинам. Скажите, пожалуйста, у вас есть мужья, дети, доченьки, сыновья? Как вы думаете, а кого больше любят мужчины? Дочерей или сыновей? Я слышу дочерей. Ну, наверное, одинаково, я думаю так. Но сейчас следующий исполнитель свою песню посвящает именно всем девочкам, дочерям. Это Вороков Султан с песней «Моя доченька». Но она для всех ваших дочерей.
Автор этой песни Аслан Бурсов. Встречайте. Итак, Вароков Султан. Дорогие наши и любимые зрители, сегодня очень много будет поздравлений именно от мужчин. А сейчас наши юные мальчики Иваницкий Захар и Симоненко Ян исполнят вам частушки. Я не слышала частушки, как они играют. Thank you.
веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер. Моря и горы, да, в шаре сен на свете, и сен на свете песенки слыхал. Спой на ветер про дикие горы, про глубокие тайны морей, про птичьи разговоры, про синие просторы, про сильных и больших людей. Веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер. Моря и горы, да, в шаре сен на свете, и сен на свете песенки слыхал. Спой на ветер про чащи лесные, про звериный запутанный след, про шорохи ночные, про пустые, про хлевых побед.
Все начинается с женщины. Веселье, смех, дуэли, разочарования, любовь, забота, тепло и боль, и многое другое. Все это из-за вас и для вас, наши дорогие. В каком бы вы ни были возрасте, вы всегда будете оставаться лучшей половиной человечества. Я выбираю путь любви. Для вас поет Зинаида Олейникова. Thank you.
сегодня, что с нами вместе на концерте детская школа искусств. И Людмила Алексеевна Полонец, Сусана Трукубеевна Бадрыбеева и все преподаватели женщины детской школы искусств, мы вас поздравляем с наступающим праздником ваших девочек. Спасибо вам большое за предоставленное удовольствие с вами работать, с вами дружить и выступать на одной сцене. Потому что сейчас выступает Ардениан Диана, волшебник-недоучка. Встречайте! Для романа «Когда поют мужчины о любви». Алексей Толмачев, красавица. Честно, я хочу тебя радовать снося. Ты моя мечта, ты моя невеста. Не умрет любовь наша никогда. Преклоню колено пред тобой, назову тебя своей судьбой. Ты моя красавица, все тебе мне нравится. Ты мой чистый ангел неземной. Преклоню колено пред тобой, назову тебя своей судьбой.
мной. Ты моя красавица, все в тебе мне нравится. Ты мой чистый ангел неземной. Назову тебя своей судьбой. Ты моя красавица, все в тебе мне нравится. Ты мой чистый ангел неземной. Преклоню колено пред тобой. Назову тебя своей судьбой. Ты моя красавица, все в тебе мне нравится. Ты мой чистый ангел неземной. Тебя своей судьбой. Ты моя красавица, все в тебе мне нравится. Ты мой чистый ангел неземной. И подпеваем. Преклоню колено пред тобой. Назову тебя своей судьбой. Ты моя красавица, все в тебе мне нравится. Ты мой чистый ангел неземной. Ты моя красавица, все в тебе мне нравится. С праздником вас, любимые, дорогие наши женщины, будьте всегда счастливы и почаще улыбайтесь. Наши уважаемые зрители, сегодня дебют. Для вас играет и поет Корольский Василий. Письмо матери. Ты жива? Еще моя старушка. Жива я, привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. Пишут мне, что ты, да я, тревогу загрустила шибко обо мне. Что ты часто ходишь на дорогу в старомодном сером шуршане. В вечернем синем мраке часто видится одно и то же. Будто кто-то мне в кабацкой драке саданул под сердце финский. Это только тянет.
чтоб тебя не видя умереть. Я по-прежнему такой же нежный, и мечтаю только лишь о том, чтоб скорее от тоски мятежной воротиться в низенький наш дом. Я вернусь, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад. Только ты меня уж на рассвете не буди. Как много лет назад, не буди того, что отмечталось. Не волнуй того, что не сбылось. Слишком раннюю утрату и усталость испытать мне в жизни привелось. И молиться не учи, не надо. Старому возврата больше нет. Ты одна мне помощь и отрада. Ты одна мой несказанный свет. Себе, повторяя чужие ошибки,
сегодняшние женщины. Я думаю, каждая из вас любит цветы, какие бы они ни были, весенние, осенние, летние, хризантемы, тюльпаны. А сейчас для вас будет исполнена песня «Белые розы». Ее знают все, так что подпеваем. Хорошо? Соскучились за песнями? Поем вместе. Для вас поет Алексей Толмачев. Ну, помогайте мне. Что с ними сделал снег и мороз?
оставляем вас умирать на белом холодном окне. Хочу пригласить на сцену еще одного мужчину. Это лучший культработник года Виктор Полонский. В этом году прошел конкурс на номинацию «Лучший культработник года», районный конкурс, и в районе мы победили. Итак, лучший культработник года Виктор Полонский. Поздравления от него.
Дорогие наши милые женщины, я снова обращаюсь к вам. Следующая песня звучит именно для вас. А сердце бьется. Thank you.
дорогие наши милые женщины, дорогие наши зрители, наш концерт еще не закончен, потому что следующий номер для вас. Ай, баба, дума на
просим. Итак, сейчас перед вами выступала группа «Когда вы вместе». Перед вами выступал Василий Харольский. Султан Вороков. Цирковая студия «Рит». Руководитель Виктория Лазарева. И детская школа «Рит». Дорогие наши, милые, любимые женщины, я хочу обратиться к вам. Будьте здоровы, любите, цените, цените мужчин. А что мы без мужчин? А что мужчины без нас? А как же наши дети? А как же наши внуки? Счастья вам, здоровья, любви и с наступающим праздником вас, дорогие! Всего хорошего, а концерты наши, дай Бог, будут и будут. Спасибо.